Первый в истории Бердянска чемпионат по скоростному ползанию среди малышей. Объявление о его организации в соцсетях вызвало небывалый ажиотаж. Буквально с первого момента, когда мы выложили информацию на городском портале, была очень большая активность мамочек, все записывались, поэтому мы не сомневались. У нас был даже больше участников, чем мы планировали, у нас был резервный фонд участников. Возраст участников от 8 месяцев до года. Им было необходимо проползти без посторонней помощи дистанцию в 7 метров. За несколько дней до соревнований родители искали секреты, благодаря которым ребенок смог бы ползти в нужном направлении. Мы тренировались, мы перебирали игрушки, какие-то технику бытовую, на что ребенок больше реагирует и к чему больше лучше ползет. Вставать и идти малышам было нельзя. По этой причине родители 8-месячной Милы от участия в турнире отказались еще на этапе регистрации. Мы пришли сюда поболеть, потому что наша девочка будет не ползать, а ходить сразу. Конечно, пытались, но упорно не хочет ползать. Участников разделили на 5 групп, в каждой из которых было 6 малышей. Соревнования длились более 3 часов. Выдержать ожидания смогли не все. Для победителя, точнее победительницы первого чемпионата Бердянска по ползанию, сон на соревнованиях также стал помехой. Но благодаря усилиям родителей и бабушек, 8-месячная Полина Брухович с результатом 15 секунд заняла первое место. Самое сложное было не уснуть до нашей очереди. Чтобы дочка не уснула до начала нашего состязания. Это мы как самые последние участвовали. Вот, чтобы она засыпала, и мы держались из последних сил. И сонные еще показали самый лучший результат. Она очень молодец, самая лучшая, самая красивая, самая-самая. Очень спортивная. Победитель рвется всегда вперед. На втором и третьем местах оказались мальчики. Артем Андреевский с результатом в 20 секунд. Секунду проиграл ему Витя Дьяченко. Некоторые малыши были в пути 7 минут, другие так и не пересекли финишную линию. Но независимо от результатов, все участники получили ценные и вкусные призы. Дмитрий Злачевский, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5.